нас есть два проблемных дома. Значит, в этих домах и в этом доме, и, соответственно, в этом доме застройщиками являются три организации. Это КСИАН, ЗАУЖ БК-3 и ООЖ БК-3. На сегодняшний момент в рамках арбитражного суда все эти три организации находятся в банкротстве. Мы формируем соответствующие РТУСы, реестр участников строительства. Задача заключается в том, что на всех назначенных конкурсами управляющие, они здесь присутствуют, соответствующие арбитражным судом. Вот. Задача заключается в том, чтобы в июне сформировать РТУСы. После этого планируется, соответственно, с учетом того, что продажа осуществлялась одновременно и договор подписывался с тремя застройщиками, формирование общего реестра дольщиков. И, соответственно, это мы планируем сделать в июне текущего года. И в соответствии с законодательством в сентябре текущего года мы обратимся в фонд в отношении принятия решения либо достройки соответствующих домов, либо выплаты, либо передачи достройки ЖИСКа, созданного непосредственно в этих двух домах. Предварительно скажу, что здесь находится у нас порядка 380 квартир. Практически все они проданы в этом 10-этажном доме. В 27-этажном доме у нас находится 720 квартир, из которых 313 продано квартир, остальные свободны. Поэтому вот такая вот задача, вот эти вот два проблемных дома у нас в рамках банкротства по трем юрлицам образовались. Сколько они стоят уже за домами? Да, уже, да, строительство остановилось 2 года. Здесь, на самом деле, очень сложно в отношении тех юридических лиц взаимоотношения увязано. Очень много долгов. У нас ведь нет задачи юридическим лицам помогать. Нет, у нас есть задача помогать людям. Это граждан помогать. И самое главное, что у нас есть собственно. Да. Ладно, какие вопросы? Ну, еще раз подчеркиваю, вот мы в рамках того законодательства, которое есть, мы сформировали, вы же получили график соответствующий? Неутешительный, конечно, тоже уже 2 года ждем, ипотеки, все квартиры снимают, но это очень тяжело, понимаете? Я понимаю, но для того, чтобы достроить эти дома, их необходимо освободить от всех финансовых обязательств, потому что завод сюда каких-то инвесторов или кого-то, он невозможен ввиду того, что тут очень много финансовых обязательств по этим трем организациям. Мы расписали полностью процедуру расшивки этих финансовых обязательств для того, чтобы в сентябре здесь были все расшиты финансовые обязательства и можно было уже предоставить документы фонду на принятие соответствующего решения. Вы постарайтесь, если это возможно. А от чего будет ускорить? Зависеть вот это принятие решения? Реестр, да? Реестр сформировать. Ну, да, у нас конкурс управляющий здесь, да, можно на секунду вас? Да? Вот то, собственно говоря, о чем мы с вами говорили, Максим Петрович об этом говорит, надо максимально ускорить процедуру. Ну, нам еще недели две нужно для этого. РТУСов, да. По одному. Да, они, по сути дела, у нас с вами в этих трех организациях практически будут идентичны, да, с учетом того, что договора купли-продажи подписывались с тремя юридическими лицами. Да, договор долевого участия. Вот, поэтому сейчас очень много зависит от вас, и нужно максимально, как мы с вами проговаривали, в общем, грубо говоря, июнем должно быть завершено это формирование. После этого, значит, как я уже докладывал всем моим гражданам, коллегам, совместно с арбитражным судом у нас ведутся соответствующие консультации, как мы будем объединять эти три дела для того, чтобы осуществить непосредственно достройку и этого дома одновременно. Единственная просьба помочь потом конкурсным, если нужно будет оперативную оценку сделать. Сделаем. Это мы будем помогать максимально. А вы из какой саморегулированной организации? Сибирский центр экспертов антикризисного права. У вас много домов в банкротстве? А? У вас много домов в банкротстве? В производстве, да, большое количество. У вас время хватит на это? Да. Мы большую часть времени занимаемся этим, да. У нас вот, вы у нас позже БК, да? Да? У нас кто-то еще присутствует? КСИАН. КСИАН, да? Вы конкурсный управляющий? Тоже, как я понимаю, понимание есть общее, вот чем мы занимаемся, да? И еще у нас еще одно ЖБК, у нас СК ЖБК здесь присутствует. Но он не нагородный. Но он сегодня будет. Он сегодня будет. У меня просьба, вот мы вчера разговаривали с учетом консультации по судам. Вы сегодня проведите совещание совместно, еще раз, с тремя конкурсными управляющими, с учетом, вот, как мы с вами вырабатываем соответствующую тактику, чтобы коллег не было никаких вопросов. Мы на совещании с конкурсными встречаемся уже, да?
будет встречаемся, да. Будете, да? Да, да, просто, да, несколько вопросов скажу, потому что... Да. Да, коллеги будут у нас, мы будем заниматься. Дольщиков беспокоит, что летом в сезон строителей не будут производиться работы никакие. Подрядчики сейчас заканчивают определенный вид работы и уходят. Мало того, что стройка не освидетельствована, не вывезены остатки по домам. И вдобавок... Это работа конкурсного управляющего. Работа у конкурсного управляющего не так много ресурсов. Мы вот на совещании слушаем, что он говорит. Да мы готовы всеми фибрами. К нам никто не обращается, никто вот от дольщиков никого не приглашает. Здесь еще вопрос стоит разграбления стройки, охраны. У него нет ресурсов таких. Мы сегодня обсудим. Теряем строительный сезон и время. Нас это беспокоит больше всего. Есть дорожная карта, ее разработал местное правительство. У нас есть к ним замечания. Хотите ознакомиться? Я могу оставить. Я думаю, здесь тренажер же есть тоже. Он же регулярно руководитель госстрана. Регулярно же все равно. Коллеги, я еще раз все-таки остановлюсь на этой теме. До того момента, пока финансово не будут решены все вопросы здесь по этим трем организациям в рамках процедуры банкротства и не сформированы соответствующие РТУСы, строительство начать не представляется возможным. Поэтому мы разработали соответствующий план-график. Да, он получается, в рамках этой работы у нас попадает летний сезон. Это действительно так, это стоит признать. Но до этого момента, пока финансово не будут здесь решены все вопросы, строительство здесь начать не представляется возможным. Есть просьба конкурсного управляющего. Вы поможете, мы поможем, подумаем, чтобы охрана была. Охрана однозначно, задача такая есть. Вы обозначали это на совещании. Этот вопрос никто не снимает, мы его будем решать. Потому что задача, помимо того, что, вот как Сергей Петрович сказал, помочь людям, необходимо нам и сохранить все, соответственно, все, что здесь находится. И поверьте мне, мы это сделаем. Совместно с конкурсным управляющим.